Да, завтра первая игра второго раунда. У нас один, ну, могу сказать, интересный противник. Как и в прошлый раз сказал, завтра идет первая игра, это первый тайм нашей встречи, две игры будет. Конечно, будем стараться завтра добавиться хорошего результата. Посмотрим, какая погода будет, какое поле будет, что, как, но что Вася сказал, в каждой погоде и на каждом поле мы должны играть. Что хорошо, у нас нет новых травмированных игроков, только Бегунова и Бангурена будет завтра в конкуренции за тим. Пожалуйста, ваши вопросы. Андрей, вы насколько хорошо вы изучили соперника? Может быть, кто-то из разведчиков из клуба ездил, смотрел? Да, ну никто не ездил. Мы, конечно, следили, смотрели последние 4 игры. Знаем, как противник играет, какие сильные стороны, где у них проблемы, что будем изучать. Очень бы хотели использовать те стороны, но надо подождать завтра, надо увидеть, какая игра будет. И еще раз говорим, мы очень будем стараться выигрывать завтра игру, нам победа нужна. И, конечно, чтобы вторая игра была такая, сделать такую игру, какая нам будет нужно за вторую игру. Поэтому будем стараться добавиться хорошего результата завтра. Еще вопросы? Петр Заяц, футбол 2. Я недавно в команде Сверчинский появился. Готов ли он уже сходу сыграть? Да, у меня последняя информация, что с ним будет все нормально, что все документы уже в Союзе, там, в Федерации, что он будет заявлен за ту игру. Но в той момент я вам не кажу, если он будет играть завтра, но он будет между 18 игрока будет заявлен за игру. Игровые кондиции какие? Все-таки у него сейчас отпуск у всей вместе был. Да, но он уже с нами месяц тренируется. Мы сделали посебную программу для него. Он работал с командой и индивидуальные тренировки были его. Я думаю, что он полностью готов к игре. У вас на просмотре достаточно давно уже украинский защитник Будник, его перспективы. Он нападающий. Он нападающий. Он тренируется с нами, он достаточно хорошо показал себя. У нас, я думаю, 17-го еще будет информация, будет игра товарищка. Будем смотреть его и еще 2-3 новые человека тогда. Я что в той момент могу сказать, что он так хорошее впечатление ставил за те 2-3 недели, что работает с нами. Товарищеский Гроскин? Ну, это будет информация, я думаю, уже завтра. Съедлович вам расскажет. Рекомендую всем подписаться на наш паблик чат. Все перемены по тренировкам сегодня, если вдруг поле не готово, там, по какие-то срочные вопросы, мы все публикуем там сразу. Самый оперативный арчин на сайте. Еще вопросы? После изучения Сен-Пати, какие выводы сделали? Можно ли сказать, что эта команда сильнее того же Спартака? Да, конечно, это сильнее команда Спартака. Так они играют достаточно. Силы у них есть, скорости. Будет большая борьба завтра, значит, будет борьба за каждый миллиметр поля. Наши игроки готовы к этому, они уже увидели, как Сент-Патрикс играет. Мы должны быть на нашем уровне, должны бороться за каждый мяч. А я думаю, что мастерство на стороне Динамо. Сент-Патрик в чемпионате Ирландии сколько забивает, столько же пропускает. То есть это говорит о силе нападения или о слабости защиты? Можно и так сказать, но просто, знаете, это играем две игры, знаете, сколько значит, когда забиваете на въезду такими играми, когда две игры играют.
Поэтому мы должны завтра быть осторожны, атаковать и забивать. И будем стараться использовать моменты, которые будут у нас. Но, конечно, должны быть осторожны, не давать возможность противнику забивать. Поэтому говорим, завтра только будет первый тайм. Очень хорошо будет, если выиграем завтра, это будет хорошо, потому что другая, та вторая игра будет решать все. Поэтому завтра должны увидеть на полю, почувствовать наших противника и узнать, как будем играть ответную игру. Динамо много очков теряла в июне в чемпионате, после этого два раза обыграла Спартак. Можно ли сказать, что пик вашего спада позади остался? Ну, можно сказать, у нас три выигрыша подряд. Да, у нас так чуть-чуть нестабильно идет, но просто новая команда у нас, и невозможно ожидать, что каждую игру будем выигрывать. Конечно, каждую игру игроки должны стараться и отдавать все от себя, и обычно тогда придет и результат. Но завтра у нас другой турнир, где бы мы очень хотели сделать то, что сделали прошлый год. Поэтому каждую игру надо играть максимально, в каждой игре надо стараться, надо отдаваться максимально. И, конечно, проявить мастерство на поле, когда оно нужно. По сравнению с матчем в Юрмале, состав будет видоизменен? Это завтра ведь. Ну, кто, может быть, не сможет сыграть точно? Или все готовы? Ну, все готовы, я сказал. Все готовы, кроме Бангуре и Бегунова. Все остальные готовы, и Сверчинский будет заявки. Когда Бегунов ожидать его можно? Это вопрос за наших доктора. Я очень хочу, чтобы он что быстрее начал тренироваться, и он нам нужен, и просто будем освобождать Габовду период, и все будет по-другому. Так мы ждем Романа, и я только могу пожелать, чтобы что быстрее был с командой.